Всем привет, и я хочу показать еще раз один момент. Вот. Опять один момент. У меня случился какой-то интересный. А вот без комментов. Вы должны сами это увидеть. Вы, наверное, видели половину игры. Смотрите, кто забил гол. Четко? Это было четко, забил гол вообще. Продолжаем выполнять квест. Надоело, у меня еще есть 2 часа. 2 часа. Да, подключусь. О, привыкла. Сейчас буду молчать, если что. Я спрашиваю, почему так тихо. Это все. Мы выиграли. Наконец-то. Роза. Не хотят. Еще 4 победы. Можно такое вещь посмотреть? Пельмени. Кого мне позвать? А, пельмешку позвоню. Позову. Потом мне там друзья. Догоняю. Да. Где я? Вот. 300. Догоняю. Да? Ну-ка. Все. Спраут в роуболе это топ. Го-го-го. Такая, смотри. Го-го-го. Понятно? Вот происходит.
Да никого там нету. Можно что-то делать? Я угадал. Пробовал лучше. Это пробовал. Вороненка. Леша, что сейчас забивай? Забивай! Увели! Что мы убили? Тихо! Хоть голову забили нам. Всё. Нам забили. Дети, баба, бабуя. Дети, бабуя. Знаешь, что... Тихо! Что происходит? Тихо! Джесси, давай, убивай Пока. И мяч в ворота забила. Ты издеваешься? Спасибо. Я золотой. За что ты издеваешься? Каркан. Вороненок. Ну так пила вот. То СД, то Бробол. Ну поделите, нет. Тактика на глыкус. Тактика на глыкус. Ду-ду-ду-ду. Убил кого-то. Рика! Рикошет! Узырил. Минус двух хотел сказать. Совсем этот спрал. Что ты делаешь? Рикошет, давай уже. Почти. Где мяч? Я сейчас так буду сливать в кубки, а не поднимать. Тихо! А-а-а!
Дай пас, дай пас. Я поймаю. Поймал. Ну что, мы сейчас проиграем, сейчас время закончится. Ко мне, дай пас. Да! Ну, мы собьем? Я не старый. Очень. Только мы кулков слили. Ребек, в жопу здесь не залезет. Пусть он выберет другого. Эль Прима, выбирай. Вообще, блядь, вы даже не знаете, какие у вас вещи есть дома. Уже это все рваное, драно, уже не знаю чего. Все равно одевает. Есть джинсы, нормальные джинсы. Зажрались вы вообще. Ну, со стороны дома мне. Что, ел здесь куча вещей. Рохнет не гранат. Ты чё, Ром не играет, что ли? Рохнет не гранат. Тактика на глуху. Да. Нет. Главное за минуту это забить голым. Нет, не успеем. Чем поиграли? Пушка против пушки. Кто выиграет? Кто выиграет? Все, проиграли. В осаду, например, в осаду. У нас был у нас в команде был гей, а вот его нет. Можно было попрыгнуть прям на вот эту вот пушку. И все. Дудич. Михаил Петрович Пан. Тихо. Собирай.
Ну как? Как это? Надо ничего делать. Ничья? Да, ничья. Все, с одного робота не будет. Это все ничья. Ну, выиграем. Нет, ты не пройдешь. Мы выиграем? Да! Наконец-то! Ладно, вернусь, подождите. Мы сейчас продолжаем. Ну, я не знаю, как это. Это всего лишь три. Три. Не знаю, я все в классе выпью. А? Чё? Там запчасти, я только сейчас увидел. Куда это взять? Да. Четвертого уровня будет. Да. То есть походный робот. Наша. Все наше. У них Фрэнка нет, это хорошо. Надо роботу помогать. Помогаем. Все, я помог. Я помог как мог. 40% у них осталось. Вы видели? Там Шелли была. Вот Шелли крыса, вот крыса. Мне кажется, что вот этих роботов осады, это вот это Джесси делает. Добили. Так, две победы. Это страхово. Две победы. Так, это надо сделать очень быстро. Вот 8, может 8 бит. Вот 8. За меня играет бот. Боты Brawl Stars играют за меня, когда мне 500 кубков. Супер!
супер-пупер. О, нормально. 37% были. Хорошо. Давай! Быстрее! А, у них уже 3 гайки. 4. Слушай, 36% их. Ну все, сейчас у них будет один робот, и мы проиграем 100%. Седьмого уровня, вы чего? Барли убивает. Чего? Девятого? Нечестно! Нечестно! Ладно, буду просто. Нет! Нет! Да мы проиграли! Почему? Почему? Мы должны были выиграть. Чаще всего катки надо выиграть. Почему так? Это очень долгое видео. Вы, наверное, даже не будете смотреть его. Вы же это реально слишком долго. Процента смешнее. Разрушили. Один. Одну игру надо выиграть. Одну игру. Сколько там осталось еще времени? Так, 2 часа. Одна игра. Я вообще в шоке. Как такое возможно? Погнали. У меня будет 39 ранг, потом у меня будет 40 и еще один мега ящик. Я так еще немного, и я пройду весь фри пас. Мне надо будет копить на бравый пас. Что же?
Вороненка надо убить. А то он слишком сильный. Второй уровень. Это тоже нормально. Тихо, убили. Надо подхилить мне немножко. Вот подхил. Так, сколько? 40%. 40% мы слышали. Это очень мало. Это реально очень мало. Вороненку убивай, вороненка. Вороненку убивай. Да как? Что не пройти? Все, у них шестой уровень. Идет садный робот. Что как? Уровня. Мы проиграли. Все. Дэн. Это реально Дэн. Вороненок прыгнул. Супер. Все, проиграли. У нас турелька сломалась. 19%, что с этим сделаешь? А уж что? Что с этим сделаешь? Вот ничего, вот именно что, ничего. Хотя можем отыграться. 10 уровня. Сейчас не 10. 12. 13. 14. 12. Мы выиграли. Все будет. Наконец-то. Спустя 31 минуту. Или сколько там? Давай. На мистера Пи. Или нет? Принеси мне с мега ящика, сейчас будет на них. Ну ладно, а на этом мы заканчиваем. Всем спасибо и пока-пока. Так, всем привет. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. Я покажу один момент. Я не знаю. Он крутой? Нет, но мне почему-то понравился. Это очень топ. У меня остался один квест, и я в этом виде его выполню. Давайте посмотрим момент. Прикольно. Турелька держит мяч. Сейчас звук убавлю.
Сейчас, подождите, повтор. Ну вот, смотрите, сейчас будет этот момент. Мы, наверное, его не разглядели. Смотрите. Открой, значит, иду. Сначала не получается убивать. Какое-то мясо идет, иду. Значит, появился, иду. Смотри, что сейчас будет. Мне дают пас, и я как-то забил гол через два бравлера. Как? Не понимаю. Ладно, погнали. Квест выполним. Это будет сложно. Я сейчас на зарядке играю, так что Миша вылезает. Я просто на зарядке играю. Эль-Прима, давай забивай! Сейчас это баг, да. Что за баг? Я хотел утонуть, а получилось обычно. Кто меня убьет? Джесси? Как она меня убьет? О, Эль-Прима. Я, наверное, перемотаю. Вернусь, когда будет нормально. Ну вот, мы вернулись. И сейчас можно наконец-то выиграть. Не пройдешь. Не, ничего не дропнулось. Я специально гаджет купил, который у меня был в магазине. Вот у меня только этого гаджета не было. Я его купил, вот. Хочу, чтобы выпал бравлер. Сколько осталось? 6. Всего лишь. Ладно, подключусь опять, когда будет нормально.
Я сейчас мог забить гол, но это не сделала. Но мы там не убили. Тихо! Убивай! Убивай! Как? Как? Почему? Так! Это было невозможно! У нас здесь что играет, да? Да. Куча. Тебя было видно, Леонтик. Тихо! Убиваем. Пас. Пас дай. Да что ты творишь? Молодец. Только... Почему у меня обычная атака не сработала? Почему так? Ой, почему? Реально. Блин, Лёнтик. Наконец-то, может, выиграем? Опять обычная атака! Зря! Зря! Тихо! Шелли надо убивать! Барли убивать! Но все равно бы я не забил, потому что меня замедлило. Это Эмс. Free fire.